Привет, мы продолжаем проходить эфир. Остановились мы на том, что сломался лифт, и мы направляемся теперь непонятно куда, непонятно зачем, потому что выхода у нас другого нет. Но, честно говоря, тут какой-то тупик, и сейчас давайте разбираться, что ли? Видимо, нам надо пропрыгать. Ага, это правильная дорога. Идем по алюминиевому профилю. Не знаю, как он меня выдерживает, конечно. Хотя, может, в Америке профиль бывает не алюминиевый. Какой-нибудь из нержи. О-о-о. Так, туда нам не надо. Эй, фонарик, фонарик, давай, фонарик, фонарик. А, тут тупик один хрен. Придется нам идти сюда. Это как? А, ну я теперь понимаю, как эти следы крови тут возникли. Там вообще жесть. А это думал, где все служащие? Почему так пусто в офисах? Они, оказывается, все в одной шахте ютятся. Обалдеть. Вот это жесть. На всякий пожар. Так, ладно. Данные загружаются. Я был прав. Целью Персея была подготовка телепатов для управления солдатами-клонами. Феттл был единственным, с кем они работали. Однако его везде называют второй прототип. Странно. Второй прототип. Ну, я знаю, кто первый. Большинство из вас, я думаю, тоже. Остальным не будем пока ничего спойлерить. Сюжет-то уж я помню. Блин, кругом закрыто, этот толстый меня раздражает. Он все перекрыл, а? Надо было грохнуть его, пока была такая возможность. На улице прям тишина, машины не ездят. Ой, надо быть аккуратным. Тихо, тихо, спокойно, спокойно. Блин, да что ж ты... Давай разламывай. Давай, 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 давай. Чё ты не лезешь, а? Видимо, надо отсюда. Хорошо. Идем дальше. Здесь, похоже, ковролин еще не постелили. Чё ты... Я думаю, что за странные звуки? Что, в углу решил спрятаться, что ли? Ой-ой-ой-ой. Блин, какие вы душные парни, а? Да, вылезай. Вылезай. Ты там, я знаю. Похромал. Я не знал, что они так умеют. Как-то старался побыстрее их убить. Ну, отлично. Так, у вас двое, я надеюсь, было. Не больше. Аптечка. Сохранимся. Что-то давно не было моих прелестей. Я прям уже не знаю, соскучился по ним. Тихо, тихо. Так, кинем мину. И она сработала, похоже. Что же вы дебилы-то такие? Я же прям на виду у вас кидал. Готов. Еще есть. Да, временами вы меня расстраиваете. Какими вы умными мне не казались, но... Здесь на мину, которую при вас кинул,
Это, конечно, да. Так, что у нас здесь? Тут все понятно. Понятно. Броня. Сохранимся и выходим за угол. Сдается мне. Фонарь заметил. Я пошел! Куда ты пошел? Вот это да, вот это круто. Так, еще есть? Или всех уже? Кажись, один ушел туда. Поэтому надо быть осторожным. Сейчас откуда-нибудь оттуда придет. Ну да, я же говорил, там есть дверь. Так, два трупа. Где третий? Он за углом тут, похоже. Я что-то видел. Из полигонов кто-то вылезал, похоже. А нет, видимо, показалось. Так, парень у нас куда-то далеко ушел. Если он и был, то куда-то он спрятался. Вполне себе неплохо. Ну да-да. Кто? Так, там четыре. Ой, тихо-тихо. Пойдем отсюда. Кажись, я его не кончил. Но там ни хрена не видно. Вот теперь, по-моему, он лег. Ну ладно. Было не так уж и страшно. Так, тупик. Трупы. Что там внизу у нас? Ничего полезного. Вертолеты. Вот только вертолетов не хватало. Там, я вижу, броня лежит. Пожарные спасатели разводят руками. Надеюсь, Янковский просто получил по голове какой-нибудь палкой и бродит в порту с отшибленной памятью. Да уж. Янковский куда-то подевался. Сохраняемся, прыгаем вниз. Вам сейчас, честно говоря, не до него. В конце концов, спецназер должен уметь о себе позаботиться. Так, что у меня с оружием? Дробовик. В принципе, дробовик, я думаю, будет неплохо. Нет, не с такого расстояния. Ловите. Ой, как-то она неудачно пролетела. Плавище. Только там на втором этаже кто-то есть. Блин, ребята, вы что-то наседать начинаете. Вылез. Тихо, тихо. Хорошо. Так, сохранимся. Что-то они начинают уже доставлять неприятности мне. Там наверху еще один был. Где он? Вижу цель! Минус один, но это, видимо, он и был. Броня. Ладно. Что у вас? Ничего. Как я двоих сразу положила. Так, с дробовиком этого парня надо как можно быстрее. Сейчас мне сюда гранат, скорее всего, прилетит. Тихо, тихо, тихо. Что-то напряженное место какое-то. Хорошо. Еще, по-моему, кто-то есть.
О, что я вижу? Насрать на все, мне надо туда. Не знаю как, но надо туда. О, моя прелесть. Как я по вам соскучился. Ну что, музыка играет, видимо, кто-то есть еще. Как мне тебя взять? Я тебя хочу. Так. Вон, видимо, по той лестнице наверх. Но сначала проверим тут все основательно. Ага, еще одна лестница. Это все-таки поближе будет. Я думаю, так что... Возможно, мне таки сюда. Ага. Как вы там, мистер Бишоп? Хочу поскорее выбраться отсюда. Потерпите немного. Значит, не сюда. Раз мы сюда идем и включаются скрипты, значит, нам нужно в эту сторону. Нам нужно взять этот ускоритель. По-любому. Это что, вот такие помещения наворотили ради одного секретика, что ли? Но молодцы, вон он лежит. Моя прелесть. Давай, иди сюда. О, хорошо, смотрите, насколько выросла скорость. Так, маленько ушиблись, но ничего страшного. Ничего страшного. Все, давайте идем туда. О, нет, не сюда же. Тут я только что был. Так, ладно, продолжаем. Что у нас тут? Тут у нас ничего. Вот только скрипеть не надо. Еще не хватало, сейчас развалилось под ногами. Так, давайте. Вот так. Все, ладно, выбрались. Конец уровня. Отлично. Так, нам нужно встретить Холидея и отправить его вместе с заложником подальше отсюда. Это у нас, видимо, крыша. Хотя, может, еще и нет. Укрытие! Ну, дохнет уже. Я не понял, они улетели, что ли, уже? Что-то я недопонял. Ой-ой-ой, ты откуда взялся? На секунду отвернулся. А ну что ж вы делаете со мной, гады? Мне нужна поддержка! Ты где? Кья! С ноги тебе. Тоже по-своему неплохо. Нравится? Мерзавцы. Откуда? Блин. Как тараканы лезут, да? Ну что ж такое? Откуда вас столько взялось? Еще слышу и вижу. Давай, падай. Хорошо. Нужна помощь. Ловит. Отлично. Давай. Еще есть. Падай. Блин, да откуда у вас тут столько, а? Если б не рефлексы, мне бы уже давно хана. Стреляют они злобно. Такую прелесть по-любому надо брать. Хотя, конечно... Нужна ли она мне в закрытых помещениях? Другой вопрос.
Слышу, слышу, кто ты есть. Кто-то где-то здесь. Как минимум один. Отлично. Еще кто есть? Блин, отличная винтовка. Жалко, ее так редко дают. Ладно, будем пользоваться то, что есть. Нам, видимо, сюда. Так, где мои прелести? Тут есть мои прелести? Тихо. Корявенько, ну ладно. Слегка коряво, чё ж поделаешь. Давайте туда сходим. Это, видимо, опять же, два разных подхода к одному месту. Но здесь я, по крайней мере, видел кучу всего полезного. Да, это, видимо, идет все тут даже. Птичка, хорошо. Так, он оттуда, видимо. Я бы пришел. Да-да-да. Все, я понял. Что у нас дальше? Еще броня. Что-то много всего дают. И это уровень сложности элит, я напомню. Не сказать, что прям уж дико сложно. Представитель компании подтвердил, что на момент стрельбы в здании находилось множество сотрудников. Об их судьбе по-прежнему ничего не известно. Корпорация Armachem Technology, основанная в 1964 году, является одним из ведущих подрядчиков Минобороны. Ее годовой доход составляет около 8 миллиардов долларов, а штат сотрудников достигает 60 тысяч. Основные направления деятельности – спутниковые технологии, наземные коммуникации и перспективные системы вооружения. Еще аптечка. Еще аптечка. Ну ладно, у меня уже битком. Сохранение контрольной точки. Винтовочка. Возьмем ее, раз прям так настойчиво предлагают. Так, тут наш... Эй, меня-то... Блин, а это же эти. Ой, 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 тихо. Служба безопасности Armachem. Так, ну и чё, они Бишопа убили или нет, я не понял. Но ребята вроде как, насколько я помню, тоже довольно-таки серьезные. Поэтому надо их вот так издали валить. Они, по-моему, практически всегда бегают с пистолетами и пулеметами. Поэтому надо будет сменить винтовку. Ну да ладно, приспособимся. Ага. Скотина, получил. Такой подлян, явно не ожидал. Ах, тупица. Так, где твой пистолет, пулемет? Давай. Давай, братья, дорогой. Давай. Так, ну ладно. Я думаю... Подожди. Что сюда? Готов. Еще один готов. Хорошо, давайте-ка мы вот тут вот затихаримся. И... А, еще бежит. Да что ж вы не успокоитесь? Блин, отдача, конечно, вот и... Что ж вы не дадите мне сказать-то, а? Короче говоря, на этом, я думаю... Еще кто-то есть, что ли?
Да вы заколебали уже, слышь. Откуда? Погонь какая. Все, нет. Или еще кто есть. Дадите мне сказать. Ладно. Короче говоря, на этом мы завершим эту серию. И увидимся в следующих. А с вами был Артур. Комментируйте, ставьте пальцы вверх. Пока-пока-пока.